Капитан, слушай, ну красота, просто красота. Отпустила уже? Это просто третий дубль. Вот сейчас отпустила, да. Уже на третьем дубле. Но что, мы уже спрашивали тренера, что чувствует тренер, когда его команда, ведя 2-0, да, пропускает две шайбы, уже, казалось бы, в выигранном матче. Что чувствует капитан? Не капитан, даже если скажу, ребята, ничего не чувствуют, в принципе. Они играют дальше, продолжают играть, гнут свою линию и, блин, добиваются результата. Если ты будешь что-то чувствовать, ты нифига не добьешься. Ну, знаешь, на секунду показалось, что все-таки, или так было действительно, Белфаст перехватил-то инициативу. Держали вас у своих ворот и, ну, шли вперед активно. Ну, может, я пошучу, конечно, но это, типа, наш тактический ход был. Вот, подпустили ребятишек. Но Сава, когда после одного из периодов сказал, что они били по рукам, прям чуть грязновато играли. Ты что-то такое заметил? Было ли это? Или это как бы просто мелочи? Это норма жизни. Это, в принципе, у них большинство, по-моему, состава канадцы, какие-то североамериканцы. У них, когда, в принципе, в крови такое есть, они должны переломить там, ситуацию в игре, они будут дерзить что-то. Если ты поведешься на это, ты проиграешь игру. Если нет, выдержишь, мужика там включишь где-то, все, будет результат. Скажи, очень интересно узнать, какие сны тебе вообще снились и снилось ли что-то тебе вот перед финалом? Какие эмоции, когда ты сюда шел? Ой, нет, я лучше буду молчать про эти сны. Это были ужасы или это были... Это была такая ересь, просто вообще. Я думаю, даже фильмы про такое не снимают. Слушай, ну, вот ты уже, ребят, со всеми поговорил, да? Ребята-то вообще сейчас осознают, что они сделали историю, да? Ну, для казахстанского хоккея. Они осознают это? Да сейчас просто все наслаждаются победой, обычной победой, знаешь, у нас это же не окончание сезона, это какие-то фанфары там включать, нет. У нас продолжается наш сезон, наш чемпионат, у нас там еще задачи стоят. Да, мы сейчас порадовались и погнали дальше. Полуфинальную часть ты пропускал, вернулся. Да, ребята все выходят, все молодцы, красавцы. А капитан последний покидает раздевалку, да? Корабль. Мы же на родине Титаника. Точно, точно, точно. Ну, хорошо, что мы не стали самим Титаником, да? Не повторили его судьбу здесь. Так вот, мой вопрос, что все-таки Леон, ты стоял со мной, смотрел матчи, и здесь ты уже стал сам участником. Вот скажи, твое наблюдение, вот как, я знаю, ты анализируешь, просматриваешь, что изменилось в самой команде в Орлане, да, и именно тот полуфинал и этот финал по уровню их немножко. Я тебе скажу про нас, именно про нашу команду. Наша команда растет. Она растет в плане игры, в плане подготовки, в плане быта, в плане всего, короче. И это... Мы сейчас на огромный уровень вышли. Это очень интересно. А с чем это связано? Вот ты говоришь, команда растет, да? В первую очередь, это руководство, это... Это все вместе. Это руководство видит тоже, знаешь, как повышение квалификации. Ты делишься опытом, там сям хоккеисты делятся как-то опытом. Ты видишь, как это может быть. Ты сам видел, что здесь на трибунах творится. Тут, блин, полный дворец. Хотя мы эту команду обыгрываем, да, в сравнении с нашим чемпионом Казахстана. Это, блин, небо и земля. Город, ну, сравним по размеру, наверное, с Усть-Каменогорском. А такая арена, и, блин, и все ходят. И болеют, и команда проиграла, и стоя аплодируют. Я думаю, к этому надо стремиться. Вот. Но я всех спрашиваю, кто скинул первую смс-ку на твой телефон? Кто написал первую? Мама, как всегда. А что написала? С победой лучше. Но все встали сейчас, и уже откровения от тебя не дождешься. Ну да, голенький. Ну, Рамазан Базлаевич писал? Звонил. Звонил? Что сказал? Это самый главный наш и болельщик, и переживатель. Он больше всех рад. Что сказал? Ну, давай я не буду говорить. Давай, покажи еще медаль лучше.